Богом. Thank you.
не еще ходить теперь. Еще да. Фазик.
нашего испытания. Сейчас пока подготавливают памятные подарки нашим выпускникам. Вот я расскажу несколько слов, скажу. Вы знаете, у меня такое создалось впечатление, что вот такая колокольная традиция, полноценная, она именно сложилась в канонических пределах Русской Церкви, Московского Патриархата. Ну вот я был там, вот, на Святой Горе Афон был, там, в некоторых других местах в Греции. Я не увидел у них вот таких вот звонниц больших, каких-то серьезных колоколов. Какой-то висит один колокольчик небольшой, и это на все случаи жизни. Вот обозначили, что служба будет начинаться. Сейчас еще книжечки принесу. Ну вот, и, так сказать, вот и все. Например, даже такой момент. На Святой Горе Афон есть Андреевский скит. Когда-то он принадлежал нашему русскому Пантелеймоновому монастырю. Это огромный монастырь, там, если я не ошибаюсь, до революции было более 2000 монахов. Потом, когда уже после революции не было доступа туда на Афон русским монахам, старые монахи поумирали, а молодых там новых не появилось. Он пришел в запустение, опустел, и потом греки его забрали себе. Сейчас он принадлежит монастырю Отопеду. И там, по-моему, в 80-е годы был сильный пожар. Горела в том числе и колокольня. И вот они неправильные там действия делали. Они, когда тушили пожар, залили колокола водой. Это, представляете, колокола, они были очень сильно нагреты. И когда их водой полили, они все полопались. Эти огромные колокола. Такие, вот такой высоты колокола. Я не знаю, там сколько тонн. Вот. И они стоят сейчас уже на земле. Все большие, красивые, но непригодные. Грекам как-то вот это особо, то, что связано с колоколами, особо им это не нужно. Вот. Но, насколько я знаю, и в других поместных церквах, и в Болгарии, и там в Александрийской церкви, в Иерусалимской, так особо у них вот нет этой традиции. Вот таким образом она именно у нас в канонических пределах Московского Патриархата развилась. Я думаю, что мы будем и дальше это дело развивать, наша Русская Церковь. И хотя бы в этом направлении будем для кого-то являть пример, для кого-то быть эталоном. Все готово у нас? Да. Ну хорошо. Давайте тогда начнем. Я прочитаю одно полностью свидетельство, а остальные просто уже буду называть имя и вручать. Московский Патриархат, Русская Православная Церковь, Омская епархия, Собор Воздвижения Креста Господня. Данным свидетельством удостоверяется, что Хозяинов Илья Борисович окончил полугодовые курсы звонарей при храме Воздвижения Креста Господня города Омска. Пройдя обучение в 2018 году, показав на выпускных квалификационных испытаниях следующие знания и навыки. История и теория колокольного звона 5, отлично. Элементарная теория музыки 5, практика колокольного звона 5. После чего ему была присвоена квалификация церковного звонаря. Поздравляю. Здесь все канонические звоны. Ростовский, Псково-Печерский, Московский. Такое же свидетельство вручаем Коршунову Павлу Александровичу. Потихоньку все двигаться.
Молчанов Александр Владимирович. Омова Ксения Владимировна. Дальше совершенствоваться. Благодарю вас. Можно я скажу слово к зрителям, вообще слушающим здесь, что все, что бы ни происходило сейчас с нами, и вообще, что я училась и закончила несколько курса, прежде всего должно быть во славу Божию, а не во славу меня собой. Спасибо, господи. Борисова Анастасия Сергеевна. Отыграли хорошо. Кравцов Виктор Александрович. Красиво, да? Видишь? Ну ты молодец, так сегодня выступил хорошо. Тебе потом читаю книжку про наш храм, про нашу церковь, про наши колокольчики. Да, и про наши колокола есть, про меня даже там есть. И про тебя такая же. Расти, и потом будешь тоже прославлять будешь наш город, наш храм. Давай, молодец. Давай нам торжественная часть. Да, я предлагаю нам помолиться теперь. Конечно. И пойти сделать общее фото на фоне храма молиться. Светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господня, на тебе Россия. И умы ныне, веселися сегодня, и чистая красуйся Богом. Thank you.
Я просто Сергей сравниваю, потому что Сергей играет свободно, от души все это. У тебя грудь скована. Тогда ты да. Скажите, а вот Зоя Ребулякова, как ты вот не расслаблен? Это мальчик 7 или напряженный? 14 лет и до какого возраста? Возраст у нас был не ограничен, когда волнуется, просто происходит. Возраст у нас не ограничен, года 25. Скажите, пожалуйста, а вот школы звонари, их же в Омске немало, начинались они в разных рамках. Это вот свое знание и какие у вас заслуги, звания, и где вы состоите мужчина в каких-нибудь клубах общества? К сожалению, что в Звонарске у нас независимо обычно официальных не было учеников никогда. Да. Просто общество такое создавались. Долговечно сама распадались. Все, больше не звонари оставались один на один. Постоянно. Ну, просто не знаю, как я сам сказал. Сложно, когда сказался, показал. Наверное, материалов уже на сутки. В частности, звон – это особенно с благословения батюшки подняться на колокольне и позвонить. Это небольшой вклад в общую службу. А общий вклад, ну, не знаю, нет. Так, что, кто ты сейчас? Я выпишу. Радость, допустим.